дышать, смотреть, потеть по приказу. Ваше отношение ко всему этому цирку? Вот здесь ЕСК Казахстан, вот здесь Жанал Казахстан. Самый шаткий мост на гнилых веревках через пропасть в ад. Они натренированы. Это огромная армия. С кем будем воевать? Возможно, за объявлением досрочных выборов стоит что-то гораздо большее. А Курда тоже понимает, что стоит на кону. Такаев с достаточно чистой совестью может запенсионериться. Мне кажется, вы преувеличиваете. Мы с вами можем поссориться. Общий привет, Достар, Сарамеца с дерьми. С вами я, Вадим Борейко, и канал Гипербореи. В эфире рейтинг главных событий минувшей недели. Сегодня мы его проведем вместе с экономистом Айман Турсынкан, директором Foresight агентства Эксимар. Foresight, напомню, это прогноз. Добрый день, Айман. Здравствуйте, Вадим Николаевич, рада вас видеть. Айман, мы будем с вами обозревать одно событие, которое перекрыло все остальные. Это послание президента к народу Казахстана, с которым он выступит 1 сентября на открытии осенней сессии парламента. Мы с вами вначале договорились, поскольку вы экономист, проанализировать социально-экономический блок этого послания. Однако это мы сделаем во второй части, а сначала мне все-таки хотелось бы услышать вашу общую оценку этого документа, в том числе досрочных выборов. Вы имеете к этому отношение, поскольку 3 года назад вы были независимым наблюдателем на президентских выборах. И в Фейсбуке вы написали очень резкий пост, который начали со слов «нас послали на 7 лет». Я процитирую ваши же собственные комментарии к вашему посту. Вот первый. «Все повторится по сценарию Ерлана Карина», это государственный советник, напомню, 2019 года. Даже девиз тот же, «Жаңа Казахстан», политпартии вне игры, значит, начнется прессинг РОО, это республиканские общественные объединения. Любой, кто сунется с независимым кандидатом, будет положен под репрессии. Ждите отказов от председательства и ликвидации пары тройки РОО, в первую очередь силовых и профсоюзных. Расшифруйте, пожалуйста, этот свой тезис. Это скорее воспоминание о ситуации в 2019 году, когда точно так же шли достаточно серьезные электоральные движения в связи с выборами президента Токаева. Дело в том, что в прошлом интервью мы затронули с вами ту деятельность, в которую я была вовлечена как независимый наблюдатель, но мы совершенно не охватили ту деятельность, которая осталась за кулисами этого события, поскольку никому из нас, кто в то время достаточно серьезно выходил на трибуны с высказыванием своего мнения, консолидации вокруг уже дискредитировавшего себя политика, который опять в этот очередной раз собирается выйти на выборы вокруг Косанова. На самом деле внутри была достаточно серьезная, кропотливая, очень тяжелая работа, о которой я могу вам сейчас вкратце рассказать, что там происходило. Дело в том, что все политические партии в то время выдвигали своих кандидатов. Вы помните, было 5 кандидатов от каждой политической партии. От РОО конкретно вышел только так называемый Конюкс Камчой, если вы помните такого персонажа в 2019 году. Уже смутно. Да. И была возможность выдвинуть кандидатов, в том числе и для того актива, который далее преобразовался в несколько различных партийных направлений, незарегистрированных, так называемый «Халык Талабы». Это движение, которое было стихийно вокруг манифеста создано, и в том числе и мы пытались, так сказать, ничтоже сумнявшись, в общем, да, пытались выдвинуть оппозиционного кандидата. Естественно, ни у кого из актива не было ни 5-летнего стажа государственной службы, ничего. Была какая-то слепая надежда на то, что Ермурат Бапи выдвинется от ОСДП, но параллельно, понимая, что там может не выгореть, готовили и другого, так называемую темную лошадку. Я сразу скажу, что это был Асхат Асылбеков, который мало известен широкой публике, но достаточно известен в профсоюзных кругах. Но на тот момент Асхат поехал на консультации к Ерлану Карину конкретно и потом честно рассказал о том, как эти консультации были проведены.
Во-первых, его там встретили со смехом. О, приехал наш новый босс в администрации президента. Потом сказали, хорошо, мы тебе позволим зарегистрироваться. Вот эти критерии ты выдерживаешь, все нормально. Естественно, какова твоя платформа? Он вытаскивает платформу манифеста. Ну, то есть то, что мы ему дали на руки. Карен берет этот документ 20-страничный и начинает вычеркивать. Это ты будешь говорить, это не, ты не будешь говорить. Это будет говорить такой кандидат, а это будет говорить другой кандидат. Будешь говорить так, да, дышать, смотреть, потеть по приказу с трибуны. Если ты на это согласен, мы зарегистрируем тебя как кандидата и можешь оттянуть на себя определенный электорат. Но имей в виду, что готовим Косанова. Вот такой вот был разговор. Очень интересный инсайт, о котором я не слышал еще. Да, это очень закрытая такая информация, потому что мы внутри, как бы, да, после того, как услышали это, мы поняли, что бесполезно готовить человека на регистрацию, хотя при этом уже было мобилизовано на тот момент 17 регионов, региональных филиалов Республиканского общественного объединения по защите прав, коалиция прав защиты, защиты прав заключенных. Гудаускас после этого, как вы помните, претерпел достаточно сильнейшее давление, был вынужден эмигрировать из страны. Ну, то есть там была такая сложная ситуация. Параллельно мы также вели консультации с Зауреш Кабулбековной Баталовой, и она сказала, что в случае, если Дариға Назарбаева попробует баллотироваться в качестве президента, то обязательно Зауреш Баталова выставит свою кандидатуру, поскольку обладает всеми необходимыми требованиями согласно законодательству. Но вы помните, как драматично прошел съезд ОСДП, на котором БАПИ выкинули фактически из партии. Вот такая вот была ситуация. Поэтому в тот момент также готовили независимого кандидата две РОО. Одна из них – это ветераны конфликта на таджико-кыргызской границе, другие ветераны просто силовых структур, так называемый Совет генералов. Это повлекло за собой в течение двух дней отказ от председательства руководителя одной из этой РОО и полный уход с сцены. Мы даже проводили анализ количества зарегистрированных республиканских общественных организаций, которые могли бы в такие кратчайшие сроки провести необходимое заседание всех регионов в одном месте для того, чтобы получить все необходимые живые подписи каждого филиала. И без этого невозможно было заявить о регистрации кандидата и начать сбор подписей в поддержку. Айман, ну смотрите, тогда же была совсем другая ситуация. Фактически над Ак-Ордой доминировала библиотека во главе с первым президентом, который изображал из себя пенсионера. Разве сейчас ситуация не изменилась? Идеологический блок остался в тех же руках. Я не думаю, что Карен является человеком настолько гениальным, чтобы каждый раз подстраиваться под новую ситуацию. Он этой ситуации просто не чувствует. Хорошо, перейдем к следующему вашему комментарию, к собственному посту. Еще один тревожный прогноз. Возможно, выборы в ближайшие 3 месяца говорят о подготовке Казахстана к войне. С кем будем воевать? Ну, многие меня обвиняют в алармизме. Понятное дело, что все-таки я женщина, и зачастую как бы, да, эмоциональный окрас приобретает любое мое заявление. Я честно скажу следующее. Да. У нас Казахстан сегодня находится в списке 17 стран, по которым очень пристальное внимание идет международной общественности и международных институтов по контролю по подсанкционным проблематика. То же самое, мы никак не можем выйти из тех союзов, которые сегодня стали токсичными. Но в то же время есть основания полагать, что если мы же не знаем, какой будет итоговый исход конфликта на Украине, произойдет достаточно серьезное продвижение, там, допустим, российской агрессии на территории этого суверенного государства, уже не будет никаких сдержек и противовесов для того, чтобы они могли, в том числе и через военное вторжение, диктовать какие-то определенные условия. Возможно, это абсолютно необоснованный страх с моей стороны. С другой стороны, Казахстан увеличил достаточно серьезно милитаризацию. Так что можете говорить о том, что этот пост больше эмоциональный, и страх, как любой матери,
что сыновья будут призваны. Айман, ну, я задал этот вопрос не потому, что я не понимаю, откуда исходит угроза. Ну, во-первых, я думаю, что Путину воевать нечем. У него там 2/3 армии занято на фронтах Украины. Но, тем не менее, есть же еще одна угроза с юга, из Афганистана. То есть я для порядка спросил, какую вы имеете в виду? Я думаю, что это будет одновременно, потому что обычно такие события всегда режиссируются таким образом, чтобы синхронно происходила дестабилизация с обеих сторон. Далее вы пишете: меня беспокоит два аспекта. После неразрешенного узла Канды-Кантар на фоне геополитического разлома выборы – самый высокий риск неуправляемой дестабилизации целого региона, а не только Казахстана. Это подло по отношению к народу. Все равно, что бросать в горнило гражданской войны перед угрозой внешнего вторжения ни в чем не повинный народ. Это госизмена и малодушие. При проигрыше выборов сбежать с поля боя. У меня по первому аспекту два вопроса. Конечно, вы прогнозист, риск-менеджер и, как вы только что сказали, мать. И ваша работа – бить в колокола по поводу возможных черных лебедей. Но я вот пока не замечаю серьезных рисков дестабилизации, ведь люди достаточно пассивно отнеслись к посланию. И я могу ошибаться, но я, по крайней мере, не видел и не читал ни об одном митинге протеста против послания либо досрочных выборов. Мне кажется, вы преувеличиваете эти риски дестабилизации. Видите ли, любой электоральный цикл, он в любом случае окно возможностей. Окно возможностей для разных сил. И, естественно, для того, чтобы получить, перетянуть, конечно, даже если все казахстанское общество является заведомо проигравшим в любом электоральном цикле, то есть есть вот такой синдром выученной беспомощности. Но, тем не менее, я сейчас вам процитирую слова Айдоса Сарыма, которого я нисколько не уважаю, но многие его циничные высказывания полностью отражают определенные моменты. Есть определенный торг внутри элитных игр, о которых вы подробно говорили с Досом Сатпаевым. И для того, чтобы получить доводы дополнительные, более весомые, для того, чтобы отстоять свои позиции, а сегодня всех бьют по кошельку, пусть и не открытой большой реформой люстрации, но как минимум крупными антикоррупционными расследованиями, да, и возвратом активов на родину, то, естественно, в этой ситуации в позволительное время электорального окна будут включены все необходимые механизмы, чтобы на каждой трибуне, через каждого лома, можно было, лидера общественных мнений, можно было продиктовать и продавить ту или иную идею. А это в любом случае, цитирую Айдоса Сарыма, раскачивание лодки. И всегда нужно понимать, кто стоит за этим раскачиванием лодки. Сейчас я процитирую другого человека, который в последнее время совершенно в политическом публичном поле не появляется, но у всех на слугу, Маргулан Сисимбай. На период 2019 года выборов он также был куарно вовлечен в различные процессы. И он говорил о том, что любой электоральный цикл необходимо использовать для того, чтобы показывать, что оппозиция может консолидироваться и расшатывать эту власть до тех пор, пока она не рухнет сама, как колос на глиняных ногах. Поэтому вы же прекрасно понимаете, что и акторов, и бенефициаров может быть достаточно много, и у каждого своя собственная повестка. И когда мы видим, что конфликт даже не на территории Республики Казахстан, уже расколол внутри нашего общества на несколько групп, достаточно жестко противодействующим друг другу, то бросить спичку в этот тлеющий уголь, вы получите открытые столкновения. Не только межнацхарактера. Я единственное внесу свое замечание по поводу Маргулана Сисимбая. Я очень хорошо помню весну и начало лета того года. Его тогда очень сильно прессовали и брали в осаду его дом. И, в общем-то, он сначала активно выступал, дал мне интервью из 5 частей, которое вышло в самом начале мая, про добавил власти, достаточно резко
осуждал. Потом его удалили. Там три части удалили и две не вышли. Вот. Но он потом активно оставил общественную деятельность и сам об этом заявил. И с 19 апреля по конец того месяца мы вместе были в экспедиции «Легенды Юга». И непосредственно в президентской кампании он активного участия не принимал. И вот в последние годы у него больше крен в просветительскую работу. А вот второй вопрос. А кто бежал или собирается бежать с поля боя и собирается проигрывать выборы? Вы кого тут имеете в виду? Ну, рассматривать сценарии можно разные. Первый, привычный, что подсчитают, выиграет определенный кандидат. Ну, понятное дело, что действующий президент. Да? Но при этом, если от других сил будут выставлены кандидаты, которые смогут пройти регистрацию, смогут принять участие в президентской гонке выборной, уже все, без исключения, даже подставные, понятые, да, все они уже понимают, что трюк с Хусановым по экзит-пул не пройдет. И, конечно же, даже ради сохранения лица, тот, кто наберет наибольшее количество голосов после Токаева, естественно, откажется от того, чтобы признавать победу без объявления второго тура. И тогда начнется драматизм всей ситуации, когда начнется момент сбора и консолидации уже всех людей, которые голосовали реально против действующего президента, вокруг любой вот такой кандидатуры. И это приведет достаточно к серьезному нагнетанию социального противостояния внутри страны. И возможно, я так предполагаю, да, что на этот раз нервы сдадут. И, допустим, пойдут все-таки, да, конституционно на второй тур. И если во втором туре все-таки наберет больше голосов альтернативщик, то, естественно, Токаев с достаточно чистой совестью, да, спокойной душой может запенсионериться, точно так же, как и Ильбасы. И таким образом обнулить все обязательства, принятые им перед всеми и вся, между которыми он сейчас барахтается, как муха в паутине. Айман, ну, на мой взгляд, вот даже второй тур – это все из области фантастики. Не настолько уж утратили контроль власти над процессами, которые происходят в Казахстане. По поводу фокусов, вы пишете, в высшей степени инфантилизм. Полагать, что старые фокусы ЦИК на этот раз пройдут гладенько. Даже если готовится реальный кандидат, о нем общественности ничего не известно, и риск проголосовать хоть за черта лысого, как в 2019 году, Касанов не лысый, невероятно выше предыдущих выборов президента. Было много других способов закрепить свои личные позиции, вы имеете в виду, очевидно, позиции Токаева, через парламент, через сильного премьера, сильного спикера Сената. Но выбран самый шаткий мост на гнилых веревках – через пропасть в ад. Конец яркой цитаты. Но я, честно говоря, не вижу причин, которые могут помешать Центр избиркому нарисовать нужные цифры. Потому что 100 раз так было и при Назарбаеве, и при двоевластии в 2019 году тоже. И с тех пор никаких предохранителей для фейкового подсчета голосов не выставлено. И принцип все тот же сохраняется. Не важно, как голосуют, а важно, кто и как считает. Не зря же приняли поправки в закон о выборах совсем недавно, которые ограничивают доступ независимых наблюдателей к избирательному процессу. Почему вы так уверены, что старые фокусы не пройдут гладенько? Мы видели, что волна наблюдателей, против которых как раз эта поправка и существует, да, она раскрыла очень наглядно в век, так сказать, информационной всеобщей доступности, да, все процедуры и процессы, которые происходят. Более того, вы прекрасно помните, насколько высоко организована была работа наблюдателей. Даже если сейчас установлены жесткие препоны,
на то, чтобы допускать независимых наблюдателей к реальному наблюдению, мы прекрасно понимаем, что практически все те 22 организации независимые, которые были наблюдателями на прошлых электоральных циклах, они все без исключения уже за это время успели включить в свой устав деятельность по наблюдению за выборами. То есть фактически об этом говорилось более года, и практически все, кто является здоровыми силами реальных независимых наблюдателей, уже давным-давно приняли все необходимые меры. Это первое. Второе. Дело в том, что ранее высокий уровень организации был сделан исключительно на гражданском подъеме, на гражданском духе. Мы сами покупали себе по 2-3 камеры, сами себе финансировали раздаточный материал, организацию всех без исключения тренингов для наблюдателей. Они натренированы. Это огромная армия на все 10 тысяч участков, которые существуют. И эта армия никогда не уходила, несмотря на достаточно жесткие, последовавшие в 2019-2020 году репрессии против наблюдателей, не уходила из активного поля общественной деятельности. То есть мускулы только нарастали, то есть спортсмены ноги не отрезали. И в этом отношении я считаю, что сила наблюдателей, она всколыхнется с еще большим размахом по той простой причине, что наблюдатели, прекрасно понимая, что нельзя финансироваться из зарубежных источников, давным-давно самофинансируются на частные донаты. И в этом отношении сегодня как раз, да, вся эта гигантская армия будет в том числе еще и подкреплена денежными вливаниями тех самых лиц, о которых вы в недавнем ролике про партию «Республика» говорили. Реваншисты, популисты и так далее. У каждого есть что терять. Для каждого эти электоральные процессы являются более знаковыми. На кон ставится гораздо больше. И финансироваться это все будет гораздо шире. Поэтому я считаю, что ЦИК имеет дело сегодня с более опытным по отношению к нему самому противником в лице наблюдателей, которые все фокусы ЦИКа, наоборот, знают наперечет. Ну, я тут думаю, что Акурда тоже понимает, что стоит на кону, и ей найдется, что противопоставить независимым наблюдателям. Хотя мне хочется верить вам, что они свой потенциал трехлетней давности сохранили. Вы предлагаете выход, единый кандидат от оппозиции. И даже называете имя этого кандидата Зауреш Баталова, о которой вы уже упоминали. Вот обоснуйте ваш выбор. На самом деле оппозиционное поле, оно представлено сейчас очень многими яркими лидерами, которые как раз и проявились в течение последних двух электоральных циклов. На самом деле есть из кого выбирать, но, к сожалению, почти у всех у них отсутствует самый главный отсекатель – пятилетний срок на государственной либо выборной должности. К счастью, Зауреш Кабылбековна – это не только тяжеловес в политике и постоянный сторонник демократических принципов. Она еще и возглавляет фонд развития парламентаризма. За ней стоит достаточно широкие связи с международной общественностью, с теми институтами, которые пытаются влиять на казахстанское правительство, на казахстанскую власть через международные ратифицированные договора. Это и ООН, это и ОЭСР, это и Евросоюз. И Зауреш Кабылбековна уважаемый человек и внутри Казахстана, и вне Казахстана. Единственное, что может ей помешать, это только состояние здоровья. Но я здесь в этом отношении могу сказать о том, что на короткий период борьбы, консолидации, при той гигантской помощи, которую ей обязательно окажут все остальные оппозиционные лидеры, я думаю, она сможет справиться. Просто нам нужно ее оберегать. Вот вы свой выбор мотивируете примером временного президента Кыргызстана Розы Отумбаевой, которая единственная из всех киргизских президентов ничем себя не запятнала. И, в принципе, для Казахстана был бы интересный этот опыт, когда страной руководит женщина. Я бы, пожалуй, за нее проголосовал бы. Но ведь Арман Шураев выступил на днях с аналогичной инициативой выставить единого кандидата от оппозиции. Однако же в списке людей, лидеров общественных движений и незарегистрированных партий,
которым он обращается, фамилии Баталовой нет. Я думаю, по ее собственной просьбе, потому что к Баталовой, насколько я знаю, обращалось очень много разных лидеров и на прошлый электоральный цикл, и на этот цикл с просьбой, чтобы она выставила свою кандидатуру. Проблема именно в том, что человек, так долго боровшийся, она реально сегодня понимает, что состояние здоровья у нее довольно тяжелое. Я могу рассказать о том, что предвыборная гонка даже на такой короткий цикл – это действительно серьезнейший стресс и для любого человека. Например, вы знаете Толютая Рахимбекова, которая участвовала на выборах прошлых, в 2019 году, как в качестве… Заместитель председателя партии АУЛ. Да, после этого он стал совершенно сломленным человеком. Во-первых, после этого он долго лечился по сердечной части, далее он перенес операцию, и потом он потерял свою супругу, единственного боевого товарища. Поэтому это каждый разумный человек понимает, какая высокая ставка. И, конечно же, ее отказ от участия, он может быть воспринят с пониманием. Но, с другой стороны, где еще найти такого идеального кандидата, который в ситуации внешней вот этой разбалансировки, геополитической ситуации и так далее, станет не ястребом, который может привести нас и к внутренней, и внешней, допустим, да, дестабилизации, а голубем мира, с одной стороны, а с другой стороны, абсолютно принципиальным и честным человеком, который действительно проведет необходимые политические реформы, которые сегодня блокируют любое изменение в сторону демократии, всего курса нашей страны. А без этого мы не можем провести ни одну реформу, включая даже экономические и социальные. Ну и, кстати говоря, Зауреш Баталова не в такой уж жесткой оппозиции к власти стояла, поскольку она долгое время была депутатом Сената, но, тем не менее, гнула свою линию. Айман, вы же помните и уже напомнили фиаско, которым закончилось выдвижение кандидата от оппозиции 3 года назад на выборах. Но, как вы уже сами сказали, Эмирджан Кусанов опять объявил о своем намерении баллотироваться. Он что, потерял чувство реальности? Как вы вообще к этому отнеслись? Я думаю, к этому нужно относиться с таким же юмором, как ваш недавний выпуск по «Республике» партии. То есть, естественно, нужно выставлять какие-то определенные силы. Да? То есть в прошлом году скамейка была очень узенькая. Выставили Толютая, выставили Данию Испаеву, выставили, получается, самого Токаева, выставили еще, как якобы, единого лидера от оппозиции Эмирджана Кусанова. И, соответственно, все выборы более-менее держались только на вот этом противодействии. То есть двух лидеров, да, фронтменов, и трех аутсайдеров. Вот. Сейчас расклад будет примерно такой же. Для полноты картины, почему-то на все, без исключения, президентские выборы исторически у нас в Казахстане регистрируется достаточно большое количество непонятных людей, то есть от 4 до 5 кандидатов. Да? Вот. И на этот раз понимают, для того, чтобы самая классическая такая палочка-выручалочка, это всегда выставить спарринг-партнера. Спарринг-партнера, строго говоря, изнутри системы выставить невозможно, по той простой причине, что сильных кандидатов, они все встали в конфронтацию Токаеву, и они реально могут победить, да, то есть у них есть и капиталы для этого, и политический вес, и так далее, и есть что терять. Поэтому им надо противоставлять кого-то из команд. Команда крайне маленькая, вся мидовская, и, естественно, вы недаром заметили связь напрямую с Муратом Нуртлиевым, партии «Республика», да, то есть, скорее всего, они будут выставлять кого-то именно вот по указке Акорды, так называемого технического кандидата. Но нужно поставить еще одного псевдо такого оппозиционного кандидата, которого люди откровенно презирают, но помяните мое слово, Ерлан Карин ему нарисует опять 16-18% голосов. Даже если за него ни один человек не проголосует. Коримас. Айман, Токаев пошел по пути Назарбаева, объявив досрочные выборы, продлив президентские полномочия и фактически перекроив Конституцию под себя. Как вы восприняли, я не побоюсь этого слова, правовой нигилизм главы государства к основному закону, гарантом которого он, по идее, должен являться? Гарантушкой, я бы сказал.
Ведь эти вопросы даже не выносились на референдум. Я не являюсь ни психологом, ни аналитиком человеческих душ, ни тем более политологом, но почему-то, когда вы задаете этот вопрос, у меня в голове картинка его большого первого интервью, которое он дал после январских событий. Приказ стрелять в собственный народ. Чем вы это объясните? И он говорил: я не снимаю с себя ответственности за этот приказ, потому что как дипломат с огромным стажем работы, я не мог не понимать всех репутационных последствий данного шага. И если он пошел на такой тоже абсолютно непопулярный шаг, он должен осознавать все репутационные последствия. Возможно, за объявлением досрочных выборов стоит что-то гораздо большее, чем просто попытка зарезервировать свое кресло на 7 лет вперед. Потому что данные выборы ему никак не гарантируют резервацию на 7 лет. В любой момент может возникнуть внештатная ситуация. О своем здоровье в свои 70 лет я не думаю, что нужно быть настолько верующим человеком в свою железную там, да, возможность 7 лет быть на коне в таком возрасте. То есть в любой момент может произойти ситуация, когда он даже по состоянию здоровья будет вынужден уйти в отставку. И в этом отношении, если я сегодня хочу сказать следующее, да, постараюсь кратко. Каждый человек старается оценивать поступки, речи любого другого человека с призмы своих собственных ценностей. У нас они разные, я не могу оценивать и не могу понять такая вам. Айман, вот вы сказали, за этим стоит, может стоять нечто большее. Вот что вы имеете в виду? То, что я имела в виду в первом комментарии, не стоим ли мы перед угрозой конфронтации с соседями, хоть с юга, хоть с севера, хоть с востока. И нужны полномочия главнокомандующего и возможность объявить ЧС либо военное положение для абсолютизма власти. Ну хорошо. Вот несмотря на откровенно неправовой характер вот этой инициативы с досрочными выборами, депутаты Мажилиса постарались все-таки подвести правовую базу. Конкретно это сделала депутатская группа «Жана Казахстан», выступил депутат Жан Быршин, и причем он озвучил мнение группы, мне даже показалось, что он вообще не понимал, что он читает в бумажке, которые ему написали. Процитирую. «Сегодня, когда в мире наблюдаются другие тенденции», какие другие? «Ограничение президентских полномочий одним 7-летним сроком без права переизбрания показывает твердость нашего курса на демократизацию». Но это ладно, тут комментировать нечего. Вот будут же выборы еще в парламент. Где гарантия, что в новом парламенте не будет вот таких вот депутатов? Гарантии абсолютно никакой. И поэтому я здесь солидарна с мнением Булата Абилова, когда он на всех площадках говорил о том, что помяните мое слово, сначала будут президентские досрочные выборы, а потом парламентские. Потому что сейчас ему парламент менять не с руки. Он суперпослушный. Это стадо баранов, которые подписывают все и читают по бумажке, не понимая, что читает все, что им дадут. Ему нужно провести вот эти вещи, потом закрепить свою власть. И только после этого он, может быть, рискнет на то, чтобы поменять парламент. При этом, меняя парламент, ему нужно будет заведомо избавиться от менее послушной, еще хранящей по инерции верность предыдущей точке власти, части депутатов. Ему просто нужно будет часть нуротановцев заменить на республиканцев в данном случае, да, какую-то часть акжоловцев заменить еще на кого-то и так далее. И, соответственно, возможно, если, опять я говорю, через призму своего собственного, да, мировоззрения, если он действует в интересах Республики Казахстан, возможно, он уберет коммунистов, потому что сегодня это стало сильнейшей пятой колонной. Народную партию вы имеете в виду, потому что они уже давно не коммунисты. Да. Ну, во главе с Соловьем. Вот. Ну, зачем-то Женя Ертесбаева поставили во главе этой партии, хотя казалось, что это уже отработанный пар давно.
Да. Более того, я даже не сомневаюсь, что, возможно, он тоже будет баллотироваться в президенты. Это будет В текущий смешно. момент. Это явится вот триггером для вдохновения моего творчества, потому что Ермухамед Кабидинович Ертысбаев один из самых моих любимых героев. И в прошлом, я надеюсь, и в будущем теперь станет. Подведение этой правовой базы было характерно не только для депутатов, но и для чиновников Минюста. Вице-министр юстиции Алма Муканова сказала, что Назарбаев не сможет баллотироваться на осенних выборах. Чем мотивировала? Потому что, сказала она, на референдуме были приняты поправки в Конституции, которые ограничивают возможности первого президента. Но те же самые поправки, они исключали упоминание в Конституции конституционного закона о первом президенте, которые давали ему гарантии. Однако этот закон автоматически силу не утратил. В конце июня еще председатель Мажилиса Ерлан Кошанов на вопрос, почему не ставит на утрату закон о первом президенте, он сказал, что нам президент поручил одобрить эти поправки до конца года. Поправки в Конституцию, принятые на референдуме. То есть их нужна еще легализация через парламент. Вот. Но про закон о первом президенте, который автоматически должен быть поставлен на утрату, вообще все поймали тишину. Айман, вот почему нам так упорно морочат голову бесконечно и держат нас за идиотов? Возможно, мы сами виноваты в этом. Мы всегда позволяли это делать все 30 лет. Разве не так? Ну, мы не имею в виду, я не отвечаю за всех, да? Мы же постоянно вот с канала объясняем, что происходит. Мы не ведем себя, в частности, с вами, как идиоты. Ну, мы не поднимаем революции, наше оружие – это слово. Но неужели не доходит до них? Вы не считаете, что они играют с огнем вообще? Поэтому-то и в моем посте, который вы сейчас так разобрали по косточкам, и было так много тревожных нот. Потому что мы с вами ходим по земле, мы видим людей своего круга. Это обычные стандарты, обычные обыватели, хоть горожане, хоть сельчане, любой национальности. И мы прекрасно понимаем, насколько точка кипения зашкаливает. И почему я сказала, что неразвязанный узел Канда-Кантар, выборочные амнистии, которые были объявлены, да, в послании, они, видите, снова вносят какой-то определенный раскол. Это любимое просто, да, орудие Ак-Орды на протяжении 30 лет постоянно вносить раскол, даже в самый сплоченный народ. Разделяй и властвуй, не они Да, вот придумали. сейчас посадите сейчас на дополнительной связи Ерлана Карина, да, мы с вами можем поссориться. Не Понимаете? будем этого делать. Это так называемая, да, привычка манипулировать. А когда ты манипулируешь, то любые доводы разума, на которые, допустим, да, опирается принцип рационализма экономического анализа, любые доводы разума с точки зрения общегуманных, допустим, ценностей, для них пустой звук. И для того, чтобы дальше и дальше людей, кто кого переорет, кто кого перехайпует, кто на кого поведется, цепляясь по методичкам за какие-то определенные слова, дискредитация, дискредитация. Вы об этом очень хорошо и подробно поговорили с Досом Сапаевым, чтобы не повторяться. И последняя тема первой части беседы. Вот, видимо, чтобы подсластить пилюлю от досрочных выборов, власти устами все того же депутата Жанбыршина предложили вернуть столице старое имя, Астана прежнее. Процитирую его. «Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город. Какое откровение!» К тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы Астана, которое в свое время было предложено первым президентом.
ни разу слова Нурсултан, ни разу слова Назарбаев, да, вот, как, ну, не знаю, по-моему, в собственных трусах запутался депутат. Вот ваше отношение ко всему этому цирку? Мозаичная шизофрения. Так называется, да? По-моему, так. Когда человек сам себе противоречит, в голове уживается сразу несколько личностей. Вот здесь ЕСК Казахстан, вот здесь жена Казахстан. И все. Ну вот, тема посерьезнее. Это намек на некое развенчание культа личности Назарбаева. А вы не думаете, что они поздно вот за это взялись? Потому что времени это было вот 8 месяцев, и когда это могло сыграть, и Токаев смог бы на этом столько вестов набрать себе, и был бы гораздо популярнее, чем сейчас. Потому что вот я читал, что 80% поддержали послание, там, ну, самообман. Хотелось бы сказать, вот и Мурату Нуртлееву, и Ерлану Карину никого еще до добра не доводил. Самообман. Вот у нас нет ни одного нормального социологического агентства, которому бы верили. И вообще у нас не определяется рейтинг популярности президента, который бы вообще никому не помешал, в том числе, в первую очередь, ему самому. Потому что это был бы барометр. Так вот, не поздно ли они схватились за развенчание культа личности? Я полагаю, были какие-то определенные договоренности, в том числе и связанные с вводом войск ОДКБ, когда произошла, да, помощь, пришедшая вовремя именно Токаеву, а не Сатыбалды. И, соответственно, получается, что после этого все действия, которые происходили, тот же самый референдум, да, он как бы должен был завершиться отменой конституционного закона о первом президенте для того, чтобы была бы возможность для антикоррупционного расследования дойти и до этих, так сказать, закромов, да, семьи. Однако это тоже было не завершено. И на сегодня, исчерпав все возможности так называемого дипломатического урегулирования, исчерпав все возможности лавирования, остается только одно – плюнуть в рожу своему патрону. И теперь эти механизмы и запускаются. То есть фактически Токаеву приходится перерезать пуповину свою, да, с той системой. Это единственная возможность для него хоть какие-то очки во время предвыборной гонки набрать. Поэтому ожидайте все той же самой комедии, которую ломал Хрущев, стуча там тапками и развинчивая культ и Сталина, и так далее, и тому подобное. Я хотя должен подчеркнуть, что, конечно, естественно, я за возвращение Астаны. Но, хотя, повторюсь, это не будет иметь такого эффекта, как если бы это было сделано пораньше. Время у Токаева для этого было. А так ответ понятен. Видимо, торг между ним и первым президентом продолжается. На этом завершим первую часть нашей беседы. И резюме такое, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. В следующей части нашей беседы с Айман Турсынкан мы поговорим о социально-экономическом блоке послания президента. Вы увидите эту часть завтра, в понедельник, 5 сентября, в 9 часов утра. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о каждом нашем новом выпуске. Ставьте лайки, пишите комменты, делитесь ссылками на это видео в своих социальных сетях, чатах и мессенджерах. И в конце каждого выпуска я искренне благодарю вас за донаты, которые вы присылаете и которые помогают нам выходить в ежедневном режиме. Коп-коп, рахмет. Огромное всем спасибо. Мы делаем гиперборей вместе. Донаты послать очень легко. На номер телефона, на карты Халык и Каспий Голд, на номера этих карт, на Каспий Пэй. Перед вами на экране QR-код, который нужно просканировать с помощью мобильного приложения Каспий. А для зарубежных зрителей к их услугам система переводов PayPal. Все эти реквизиты вы можете увидеть в описании к этому ролику. А я с вами на этом прощаюсь до завтра. Сау, был нездар!
А ну давай, давай скорей, оцени новый выпуск на Гиперборей. Грей, 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 Гиперборей, грей, грей, грей. Это супер!